штуки. Кстати, у нас еще Age of Empires 3 есть, которую вроде запатчили, вроде она играбельна стала. Ну что, смотрим, Питон. Питон играет за Инквизитора, Кабаняк играет за Хаос-Лорда против Зиваргеля Варбоса и Лорда Командующего Эксплисит. Эта карта вам всем известная, эта карта у нас, собственно, Рифинери, просто 2 на 2. У каждого есть условно родной крит, немножко родных ресурсов, блок против только один. Потому что уже вот этот блок родным назвать сложно. Ну, вот это тоже, кстати. Ну, хотя нет, это тоже родной блок. То есть два родных блока, условно два родных блока есть энергетически. Хорошо, я понял. Награда поворчается. Хорошо, я запомню, сделаю на Твиче. Надо вообще с Твичем разобраться, как там чатик. Потому что чатик лучше, да, я что-нибудь посмотрел. Сентинелка. Все как всегда, все ровненько. ЭГ. Так, ребят, игра интересная, поэтому давайте смотреть внимательно. Начинается замес. Сентинелка заходит в шуту, сентинелка заходит, сентинелка уходит. Потому что очень-очень-очень неприятно бодаться с варбосом. Да еще там вторая там слага еще бежит, нафиг так надо жить. Наверху пока тихо чинжит гладь Божья благодать. Но там генеральский будет сейчас заходить ХСМов. Будет тоже мало что приятного. Нога пока не заказана, бегут горды прикрывать. Варбос атакует, крит занят, инквизитору надо что-то делать. Варбос долбает горду. Инквизитор раздалбливается шутой. Варбос, да, немножко заторможен, но нет, надо иксует отсюда инквизитор. Варбос долбает, продолжает долбать горду. На севере красные тоже втаскивают, и пока что красные вперед идут. ИГ прогоняет отсюда ХСМ. У ИГ сделана нога. Юридики не очень хорошо себя чувствуют, делают норблицкую метку, что... ой, хорницкую метку, чтобы ХСМ отропанули своевременно. Эпик, если ты будешь сворачиваться, конечно. Нет, FPS в OBS режиме меньше, это правда. Когда играешь, все гораздо плавнее. Чем связано, не знаю. Обстрел. Сосредоточение на горке. Варбос ушел. Расстреливает шутую слагу, подбегает еретик, подбегает лох, но бежит слага с огнеметами, горды разворачиваются и медленно свяжет слагу. Инквизитор, по крайней мере, пытается. Ноги у сентинелки синей нет до сих пор. Инквизитор долбает, слага страдает, инквизитора отводим. Слага начинает терять фигуру, причем достаточно сильно, иксует, уходит. ИГшник красный занимает рекул, точнее пытается декапать, хасит, разворачивается, чтобы объяснить ему, насколько он прав, но лорд-генерал красного цвета занял весь север. Центр, правда, занимает уже еретики. Обстрел, ХСМ сразу теряет фигурку. Лорд Хаоса бежит медленно, я бы сказал, не бежит, он плывет навстречу ярости и боли. Гартсманы переживают за свою жизнь, ХСМ вяжут пехоту, топанье, пехота раскидывает, да, ХСМ раскидывается. Вторые ХСМ тоже не очень хорошо себя чувствует. Лорд Хейс, единственный, кто чувствует себя в этой ситуации неплохо. Пинает генералы. Ну, такое, ретикам надо. Да, ретики иксуют. Еще один отряд гарды жив, но их ХСМ живы. ХСМ вяжут гарду. Лорд Хаоса долбает генерала. Кстати, горда уходит. Остается Синель с ногой. Можно подойти попробовать топнуть, в принципе, но генералу тут довольно больно. Да, надо топнуть, подойти. ХСМ сваливает. Топание немножко тормозит, а в итоге нет. Синий гешник идет на помощь инквизитор и откидывается. Генерал откидывается. Север все еще за генералом, но ситуация парирована. Центральный энергоблок декаплен. Две шуты слага. Шута. Одна с бигшутами, одна без. По-моему, без бигшутами должна быть. Это одна без. Но без бигшутами, что-то прям мерещится. Занимает южный крит. Гешнику надо что-то с этим придумывать, давайте глянем быстренько. Хэйвэпен Сквот бежит вот синего ЭГшника, перекрываться. Сентинелка довольно сильно получает по лицу, у нее построилась нога, ремонт. Инквизитор летит на слагу, сразу иксует от слаги, огнемет, варбос влетает в Хэйвэпен. Ой, как Хэйвэпен огребает. Второй Хэйвэпен обстреливает шуту, шута теряет. Горды не отступают, Хэйвэпен перекладывается, пытается запустить варбоса. Тир 2, кстати, выходит. Генерал красного цвета, ИГшник красного цвета. Слага пытается убить Heavy Weapon, не выходит. Шута отступает. Второй Heavy Weapon отступил аж. В итоге Слага отступает тоже, Шута отступает и... оооо! Минус варбос. Хорошо, Хатит вовремя подключился к этой драке и минус варбос. Север опять начинает занимать у нас ИГшник. Не
очень приятно. Надо шансик разворачиваться и добивать. Есть у него хаваки. Есть у него два ХСМа. Есть у него еретики. Выход на центр. Синие декапают. Крит. Декапают крит. И можно попробовать сломать здесь, если есть возможность, энергоблоки красных. Давайте быстренько глянем. Там, кстати, Мунискорка делает. А, нет, Химера, извините. Склероз, точнее, слепота. 66 на 56 в пользу красных по... ну, по рекре понятно, почему просадка, потому что дуин. В пользу красных по энергии, залп в спину, по сентинели синий. Но энергия сейчас будет сильно пойдет у красных. Обстрел хороший. Все очень неприятно. Плюс к всему хауки, хэвэпон хорошо отработал. Синие занимают центр, перезанимают север, и орк уходит на центр. В плане ПДК бы что-нибудь. Хаослот попадает немножко под раздачу. Здесь добивание энергии, здесь контратака красного. Мне кажется, что Хаослот не очень удачно встал. В смысле, КСМ не очень удачно встали. Хаослот до орки прогнали с центра моментально, просто слишком больно. Шут с мобами и слагом, в общем, да. Разворачивается, начинается светопредставление. Тормозится все, что есть здесь. Орка, но добирается слага с огнеметом до пехоты ненадолго. Топы не обвещает Химера, красная, надо отступать. Хаукам надо тоже складываться в спину. Хаукам. Хауки очень сильно получают спину, прогоняются целиком армию орков. Хауки нет! Хауки выживают каким-то чудом. Прикрывают их ХСМ, и все, весь хаос иксует. Надо уводить сентинель, слишком больно. Слишком больно сентинель, даже под ремонтом она еле выживает. Не выживает, синяя сентинель падает, и центр переходит в руки красного. В руки красной команды. Великолепно. Все два выходят, все оставшиеся игроки. Смотрим на юнитов. У синего, у Пайтона, к сожалению, остался только один хэвэпон сквот. Две горды и инквизитор, безо всего. Барбос мёд. Да, у генерала что? У генерала тоже ничего. Пехота с плазмой. Сочинялка с ногой, химера и уничтожение ответное генераторов. Хаоса 2, ХСМ и еретик, более ничего. 59 на 49 в пользу синих по энергии, они немножко отстают по тихам. Плюс ко всему им на базу пришла вот эта вот замодня эгэшная. И в целом ситуация не очень приятная, и вот подкрадывается. Спасти гены задача у нас. Конечно, химера хэвэпон не убьет. Сейчас, может быть, убьет. Нет, хэвэпон перекладывается, иксует в итоге, раскладывается гэшник. Становится слегка больно жить. ХСМ в этот момент идет на север. С двумя ХСМками и ретиками выбивает энергию. Тай попытается здесь выбить энергию. Но тогда надо флеймер. Он делает инферно броню. С его героя декапается южный крит красной команды. Вышибаются синие геночи. И Пайтон испытывает некоторые сложности. Я бы сказал, даже легкие проблемы. Нужен антитех. Да, сделан штормтруп. Штормтрупу делают салфит, да, это понятно. Хаваки делают марк от зенща. Висят все в воздухе, чтобы немножко раздалбливать противника, потому что иначе будет больно и безнадежно. Вышибается энергия. Здесь лорд хаоса вышиб центральный узел и занимает его абсолютно правильно. Пусть он на вас работает лучше. Тут просто решили ХСМ расстрелять, пока есть возможность. Вступают к ХСМке. Успеет ли он занять, вопрос. Если успеет, если даже пару минут он поработает на синих, будет очень даже неплохо. Центральная точка закаплена, южная точка капает синими. В принципе, по точкам, как вы видите, практически приоритет. ХСМ очень сильно страдает. Это, возможно, минус код ХСМ. 14, 10, 5, 6, 2. Ушел! На одном хп ушел. Хорошо, влет еретиков и жертва. Ты серьезно, сейчас еретиками пожертвовал? Ну ладно, ну в общем в этом необходимости уже не было. Но было миленько. Синий гэшник инквизитор приходит на центр. Есть у нас штормы с разгретыми винтовками. Стик-бомбы, оу. Орки, кстати, стик-бомбы это круто. Lord of Chaos занял, все отстроено. То есть полностью отстроенный узел энергетически сейчас работает на синих. Генерал идет встречаться. Генерала из снайперка и флагшекет. Лорд Кейс сразу огребает не в себя. Надо валить отсюда к чертовой матери. Он не добил немножко геночек, конечно. Там 5 хп, ХСМки. Ну,
Центр, юг за синими. Стик-бомбы где у нас? Стик-бомбы. Вот они. Стик-бомбы для АЭГ очень больно, потому что АЭГ не очень толстый и не очень прочный. Правильно. Может влететь, как это самое. Пошли стик-бомбы в АЭГ. Такое. Нет, вот здесь уже воевать становится больновато орку. Да, очень быстро падает слага. Сейчас граната хорошая, летит шута. Шута под бафом и варбосс. Варбосс застанен. Шута летит инквиза. Стик-бомбы сует. Все, очень плохо. Опять не совсем туда, куда надо, но почти. Наверху ЕГЭ с хаосом соревнуется, кто круче. Синщицкие марки на ХСМах, на хаваке марка Хорна. Ситуация не такая плохая, как могло бы показаться. Там тоже уже штормы бегут. Эти вот ребята очень сильно страдают, им надо уже отступать. Перестрелка ведется не совсем в пользу. Все. Успел заксовать из-под штормов, из-под гранаты. И левый забирает север. Красный ЕГЭ забирает север, а синий ЕГЭ забирает юг и центр. Гоняет штормов. Хэлпен поступает в сторону, поворачивается. Найзы делаются от хаоса. Бам-бам. Тут по точкам почти прилет, чуть-чуть впереди синие, но это, я чувствую, ненадолго, потому что сейчас ЕГЭ может занять красный центр. Лордкейс еще грибает слегка. Да, бежит генерал занимает крит центральный. Еее! Galaxy Burn и... Здравствуйте. Galaxy Burn — это, если что, новая модель телефона от Samsung. Ну, потому что они решили, что раз у них все равно, как бы, телефоны горят, то почему бы им не гореть во имя богов хаоса? Ну, правильно, все, Galaxy Burn. Вся красная команда, оба игрока красной команды синхронно переходят в сет 3. У синей команды с этим проблемы, потому что энергия 63 на 23, и накопленная энергия чуть больше, чем ни хрена. Либо они сейчас втаскивают и как-то каким-то чудом разносят эти все отряды и занимают энергию в нужном количестве, либо им хана. Хороший обстрел, Найзы стреляют по... Но... Граната! Ксуют из-под них. Не успели. Хаваки минус. Кавари прячется в ХСМ, их тоже иксуют. Нет, огневая мощь ЕГЭ здесь не превзойдена. ХСМ просто разрывает. Орк атакует здесь. ЭГшник в этот момент атакует собственно ЭГшника. Хорош. Очень быстро падают отряды. Надо теперь зафокусить этот чертов бронетранспортер, и будет счастье тогда. Сбегаются ребята по северным частям. Пытаюсь остановить ЕГЭ красного. Штормтруперы стреляют по инквизитору. Инквизитору надо каким-то... Ну, надо что-то с этим делать. Лорд Хейса преследует штормтруперов. Инквизитор вынужден отступить. Орки выходят на центр. Гордас теряет сразу в юнитах очень сильно. Бегут штормы. Штормы не успевают дойти. Красная точка южная точка за красными. Энергия блок переделывается. Три точки с трех у красной команды. Уходит, да, все, уходит. Ой-ой-ой, как неприятно было сделано ЭГшником красного цвета. И еще раз, пошел нафиг. Лут-танк делается орком. Производство орком лут-танк. Ну. Энергия 16 на 66. Точки вы еще держите какие-то, конечно, криты синие команды Инквизитора и Лоха, но это ненадолго. Это вообще ненадолго. Что с центра вас согнали. Тоже что-то не очень хорошо. Ну, слаг был, она быстро сдохнет, конечно. Вот этот танк готов. Красавчик наш. Маркус идет занимать, идет мешать инквизитору его занимать. Инферно, теперь понятно. У Варбоса босс пол только. Death suppression, have got particular Chris Health. Неплохо. Приезжает лутат танк, а бодаться лутат. Вообще, когда там есть уже, да, там шторм есть. Поэтому, но вот инквизитора тут терять никак нельзя. Судя по звуку, там стреляли на изы выстрелили, на изы ушли. Не получается убить Химеру, отступает ХСМ.
новости очень печальные. Хорошие взрывы. Танк все еще жив. Бамна. Хелпен сквот у нас с автоканоном. Погнали. Орка. Точка задекаплен. Инквизитор упал. Генерал приезжает. Закидка стикобомбами. Не очень удачно стал генерал. Сейчас орки подойдут. Будет куда веселее, да. Синий гад отступает полностью. Бегущий к ним на помощь хаос. Сейчас ничего не сделает. Это видно. Это видно, ребят. Две из трех у красных. У ХСМа, по сути, что? Два ХСМа с синичитской маркой и Грейжен и Нойс. На бластмастер антитех. Но надо поймать танк на антитех. Потому что просто так он не сдохать не откажется, скорее всего. Бёрд Гелакси. Граната отличная. И если бы на язык еще подошли, было бы вообще идеально. Хорош, гранаты, блин. Труперы как быстренько. Пол хп снесло лута танком, но этого не хватит. Высадка, рерармор. Автоканон раздалбливает. Сейчас должны химеру водить, конечно. Квизитор ушел. Убегает варбосс. Варбоссу слегка плевать, но... Ну, долбает еще лорд хаоса. Варбосс уже клешня и хэви армор. Все равно уходит, и успеет? Да успеет, конечно, 150 хп. Вот сейчас надо просто попасть. Не туда. Генерал на грани. Второй выстрел, второй выстрел, второй выстрел, второй выстрел! Нет, Химера проезжает вперед. Суик, суй нахрен отсюда. Чё? Бёрн Галакси. Но Химера жива. Хаоки тоже долго не проработают. Пенблейд делается от красного ИГшника. Синяя команда все еще в тир 2. Продолжают, правда, они драться? Нет, все. Они решили, что они проиграют и сдались. Вот так вот, вот такие вот серьезные баталии бывают в 2 на 2 у серьезных игроков. Я считаю, что было красиво. По крайней мере, было красиво.